Здравствуйте, с вами Ники Мэнплей и Никита Кик. Сегодня я буду строить вот такой огромный дом. Я немножко подготовился. Сейчас я посмотрю, как там Никита кикает. Да я только решу. Смешно. Да я только решу. Сейчас показать, какая у меня броня. Зацените, какая у меня броня. Вы, наверное, спросите, как это делать. В конце видоса научу. Да. А я научу, как я делаю такие красивые камни. Можешь не мешать, пожалуйста. Так она может нам помогать немножко. Знаниями. Мане, потому что мы сейчас снимаем. Да, можешь, пожалуйста, чуть-чуть тише? Нет, пусть она говорит, как захочет, потому что... Но она нам может помочь, потому что у нее тоже есть Майн. Может, мы ее добавим? А как? А какая у тебя версия Майна? Да. Какая у тебя версия Майна, скажи? У тебя микрофон выключен. Ну, просто она вообще. Нам сейчас покажет. Понятно. А какой у тебя значок? Покажи, я плохо увидел. А какая у тебя версия Майна? Какая у тебя версия Майна? То же самое? Смотри, можешь включить микрофон? А у меня тут огроменный дом. Я уже пол строю. Версия Майна показывается там, где ты начинаешь Майна, там, где у тебя можно покупать моды. Стой. Это смотри, там, где показывают. У тебя сейчас это. У тебя сейчас альфа 1.20.60 или 51. Да? 51? Так. А можешь его обновить? У нас просто 60. Мне пусто, мне пусто. Ты еще нужнее, я обновлю. А, это смотри, ты просто заходишь там, где ты скачивала. И потом там обновляешь. А я уже пол строю. Посмотри, как... Так, а я... О, классно выходит там Морфей. Нет, там Морфей, какой там Морфей? Никита кипит. Ох, у меня уже огроменный дом. Я его, наверное, в это видео весь не смогу заснять. А в другое могу, наверное, продолжить. Так, тик-тик-тик. И пак-пак-пак. И тяк-тяк-тяк. А посмотри, что у меня выходит. Смотри, что я делаю. Покажи ей, какой у меня дом. Вау. Привет. Покажи ему, какой у меня дом. Мирослав, вот такой у меня дом в Майнкрафте. Мирослав! Что? Тебе нравится мой дом?
Я его еще не видел. Покажи ему еще раз, Никита Кикут, ты не увидел. Он просто огромный. Выходит у меня. Показывай. Он точно удивится. Давай. А потом подумал, да ладно, а может дом? И снимаю, как я строю этот дом. Я уже крышу строю. Из такого я больше светлого как дерева. Как тебя зовут? Пивки. А как? Меня Мирослав. Нет. А как тебя зовут? Мия. Ви. Ви. Вьен. Вьен. А, Вьен. Все, понял. Я Вьен, меня зовут Мирослав. Мне не надо говорить 55 тысяч, ты же, конечно, у мамы, мама схожа имя у моей мамы. А. Меня зовут Мирослав. А меня зовут Никита Лавринов. Моя фамилия, конечно, Лавринов, а самого меня зовут Никита. У меня то же самое, только по-другому Никита. Кикуть. А что нас здесь все пятеро? Потому что я сделал свою демку. Мирослав, знаешь, почему меня не было на уроков? Потому что он заболел. Да, он заболел. Еще раз Ивия, да? Вивьен. Вивьен. Это складные имя. Мне батьки придумали. Так, ставим вот тут еще крышу. Как же я быстро строю? А, как я. Так, я вообще по... А прикинь, я уже крыш. Я уже... Покажи, как я достроил дом. Стены, крышу. У меня есть младший брат. А у моего младшая сестричка. Это что, паруса? А что, Тимур ушел? Ну да. Ой, вы с ним общались с ним? А какой Тимур? Новенький. А, новенький. Да. Все, пожалуйста. Кишкин. Какой Кишкин? Это у меня кошек. Не, у меня когда-то тоже, у меня когда-то был друг. В школе у меня его звали тоже Ленина. Покажи, какой у меня внутри дом, Никита Кикоть. Потом он меня бил, задирал. Я его уже... И хорошо, чтобы больше снизить. Если что, там плачь и дальше. Ну так, там какие-то мальчики, девочки. Пока что смотри. У нас еще один друг, это Тимофей. С ним тоже можно.
Это что, плод? Ну, это классный плод. Кстати, покажи Мирославу мою броню. Покажи Мирославу мою броню. Я тебе все покажу. Броню, дом. Там еще всякое. Да потому что я не умею делать свой пока с экрана. Ну, давай я тебя научу. Я не могу показывать, как я играю, потому что я играю с планшета, а уроки у меня с компьютера. А ты можешь? Ну, там есть. Есть еще. Я уже пикала. Нет, это мамин компьютер. Это мамин компьютер. Евген, сколько тебе лет? Да. Ну, Евген, сколько тебе лет? 50. А мне в том году было 8, а мне сейчас 9 вспомнилось. У Тёмы 9 вспомнилось. У тебя 9, у тебя 10, у меня 11. У тебя 11, у меня будет 12. Посмотри, что я тут построил. Я себе кое-что на улице построил. А хочешь твое лицо покажу? Да. О, это я, Мирослав. Да, Мирослав Иванин. У меня вот мой младший брат, сейчас могу показать на фото. Он с Нового года, он Новый год. Это я его фоткала всегда. Это Новый год был. Когда Новый год был. А я себе кое-что на улице построил. Что? Так, сейчас покажу. Костер, чтобы с друзьями отдыхать. Все, я пошла. И на этом заканчиваем. Продолжение следует. Вот, могу.